друзья! Сегодня вы присутствуете на 5-й официальной встрече корпорации BetterOne в Российской Федерации. Недавно многие из нас даже не были знакомы с друг другом. Сегодня в этом зале собрались люди из разных уголков нашей необъятной России. Всех нас объединил BetterOne, который совсем недавно, а точнее с февраля 2022 года, начал развиваться в Российской Федерации. Уже в августе 2022 года корпорация провела первое событие в Москве. Первые результаты бизнеса – вручение 4 автобонусов, 17 сертификатов на путешествие и несколько десятков бронзовых лидеров на сцене. В сентябре уфийские партнеры чествовали лидеров, получивших автобонус и сертификат на бесплатное путешествие на башкирской земле. Двухдневный тренинг от компании B-Team дал толчок для построения стабильной обучающей системы в этом регионе. Ноябрь. Ставропольский край, город Нефтекумск. И снова новые победы. Два новых обладателя автобонусов и 4 подарочных сертификата на путешествие. Декабрь. Столица Чеченской Республики, Грозный. И вновь новые победы наших партнеров. 1 автобонус и 5 сертификатов на путешествие. И поездки в малое паломничество для мусульман. За 5 месяцев корпорация провела ряд мероприятий в регионах. И сегодня 5-я встреча, которая подытожит результаты работы за 2022 год корпорации BetterOne. Сегодня вы вновь встретитесь с нашими партнерами, которые за короткий период сделали прорыв в бизнесе, достигли отличных результатов. И самое главное, несмотря на то, что нашей команде нет еще и года, мы смогли стать одной большой командой, одной семьей.